Здесь принято принимать гостей и готовить прямо на трассе. А вот эта ягода очень похожа на малину, но листья не те. Особенно красивы джунгли утром и вечером. Сегодня я иду нехоженными тропами, в смысле туристов. Первая попавшаяся тропинка, и я по ней. Есть дорожка вот сюда, и есть дорожка вот сюда. Пойдем сперва вот сюда, выйдем к речке. Вот здесь течет маленькая речушка, но лезть через всякие травы непонятные я лучше не буду, дабы не найти нас приключений на свою голову. Куда идем мы с пятачком, а мы с рюкзачком? Не знаю, просто идем по дорожке. Подошли к реке. Люди живут прямо под горой. Вот течет речушка. В принципе, ее здесь можно и перейти и попасть на противоположный берег. Вот. Но где потом сушить обувь? Пока еще не решился. Буду идти или не буду. Но здесь красиво, конечно же. Если бы знать, что ожидает за этой речушкой, может быть, и рискнул. Совсем не глубоко, но сегодня я не в той обуви. Эта обувь явно не годится для перехода реки. Может, в другой раз возьму шлепы и пойду. И напоминающие наши ромашки. Вот и показались люди. Наверное, они здесь переходят эту реку. Из жизни простых лаосцев. Судьбы разделились.
Немножко замочился. Бывает. Вода прохладная. Горная. Не, сегодня точно не буду сюда лезть. А что вам напоминает вот это растение? Мне, например, напоминает цветы акации. Сельская местность, как и у нас. Вот такие вот здесь паучки. Даже клычки видно. А кто делает вот эти ямки, я даже не знаю. Если у кого-то есть предположение, пишите. Она села прямо у моих ног. А здесь вяжут рис в пучки. А для чего, я не знаю. Здесь вот такие вот красивые растения. Они особо классные, когда их очень-очень много. Когда я ехал в Улан-Прабанг, было целое поле вот таких вот растений. Это выглядело просто супер. Трудно понять, что здесь растет, что собирают. Собирают вот это. Корзинку за плечи и пошли. Довольно удобно. Так вот цветет это растение. Впервые увидел этот цветок и решил заснять. В основном я видел бутоны, которые уже отцвели, а здесь повезло. Очень-очень красивые панорамы. Неохота на простых жителей Лаоса. Простые лаосы ездят на таких вот автомобильчиках. Карстовым пещерам, к которым я был недавно. Все-таки, наверное, будет стоять знак, указывающий на то, что здесь карстовые пещеры, там где нужно. Такие вот красивые здесь пещеры. Ой, пещеры, извиняюсь, горы. Здесь также и двигаться вот таким вот способом. То ли в школу, то ли из школы. А вот еще одно село, которое находится за пределами Нонгквай. Панорама, конечно же, здесь тоже очень и очень классненькая. Здесь вообще места классные. Так же, как и у нас, мирно пасутся коровы. А здесь в компании веселее. Все работаем ушками, работаем ушками. Постирался, сейчас сушит белье. Вот такое здесь село. Совсем маленькой возле трассы. Также пасутся уточки, такие же, как и у нас. Вот такие интересные здесь столик со скамеечками.
отдыхают местные жители. Собирают хворост, а также бамбук, который потом перерабатывают на циновочки. Живут вот в таких вот домиках. Это похоже на бензин. Здесь будущий футболист. Это отделен маленький огородик. Здесь сходы кукурузы. На таких вот циновочках, которую ранее мы видели, что делают, отдыхают местные. Или продают всякие товары с таких циновочек. А так местные куховарят, готовят себе кушать. Но это более развитая кухня. Масштабно. Этим огородом они поднимаются вот по таким вот ступенькам. А это панорамы, которые окружают это село. Места райские, но вот жизнь у людей не совсем райская. Сейчас попробую пойти по этой тропиночке. Не знаю, куда она ведет, но я же экстремал. Вы знаете, передумал. Вспомнил об этих кровососущих гадах разных и решил не ходить. Еще одно чудо техники местные. Возможно, передвижение как у нас, на мотоблоке. Вполне себе ничего. Такое и у нас делают. Здесь живут разные люди. Голуби такие же, как и у нас. Вот такая вот панорамка с невысокой горки. Такая масштабная панорама. Такие вот здесь козочки. С
Снова нашел тропиночку, иду по ней. Надеюсь, попаду к речке. Пока ведет вроде к речке. Так здесь купаются. Эти женщины что-то ловят, это точно. Говно! Оказывается, таким образом они ловят малек рыбки, который потом едят. В чем смысл, я так и не понял. Зачем ловить малек, если можно ловить большую рыбу? Подождать только. Такая панорама открывается отсюда. Находимся мы сейчас под горой. Король под горой. Помните «Властелин колец»? Вот это король под горой. Это огород, на котором выращивают вот эту культуру. Что же это? Может, мне кто-то скажет? Вряд ли кто-то скажет, что это за растение. Вот еще одно растение. Оно похоже на наш лопух с семенами. Но я не знаю, что это такое. Турне, так называемое, растение Лаоса. Кто мне скажет, что это такое, тому 5. Нет, сейчас 12 баллов. Конечно же, для местных это просто трава какая-то, но для нас чудо невиданное. Вот эта красавица речушка. Можно идти вдоль берега. Пока что, что мы и сделаем. Вот такая вот гора. А мы сейчас под горой. Немножко иду вдоль берега. Конечно же, сомнений мало. Нет, вернее, сомнений много. Что я смогу куда-либо пройти. Скорее всего, где-то здесь конец моего пути, придется возвращаться. Как я и говорил, далее тупик, нужно возвращаться. Ну, может, и не тупик, но я просто не знаю, куда дальше идти. Для меня это тупик. Это растение вам уже давно знакомо, конечно же. Джунгли зовут.
вот еще один чудо-цветочек, о котором я не знаю ничего. Парни куда-то идут. Что-то они ловят, наверное. Это рыбалка, точно. Это сеть, оказывается. Простая жизнь простых людей. Рыба пугается и бежит в сети. Ходил я с ними минут 15, они так ничего и не поймали. Вот и я не знаю, есть здесь рыба или нет. Вряд ли здесь можно поймать что-то крупное на такие вот сети. Скорее всего, ловится какая-то мелочь. Женщины продолжают что-то ловить. Скорее всего, ловят тоже какую-то мелочь. Да, вот показала. Какую-то кильку миллиметровую. Ну вот интересно, что же они там ловят? Малыши резвятся. Что-то копают. Время возвращаться. Но сегодня мне было очень и очень интересно. Думаю, и вам понравится. Присутствуют здесь и индюшки. А на этих кадрах туристы убегают. Вот. А их догоняет дядя на моцике и дети на велосипедах. Чуть не описался. Собачка бежала за этими людьми. Вот это манеж для деток, оказывается. А вот это лоская моделька, январь 2019. Такие вот здесь поросенки. Кстати, таких здесь уже и едят. Очень много деток здесь.
Возможно, это связано с тем, что была война и много взрослых погибли. А это лаосский зулушок. Вот такие красавцы здесь растут. Уже обед, а тучи так и не разошлись сегодня. Бывает и такое. Продвигаемся к Нонг-Кьяу. И снова охота на лаосских драйверов. Едут здесь даже в масках. Техника. Это модель декабрь 2018, Лаос.